Найти себя в кино, прикоснуться к киноцеху. У каждого из них есть такой шанс. Сегодня в лицее номер 3 проходит киноинтенсив для детей и молодежи «Как снять фильм». Этот проект реализует Центр общественных инициатив «Дорога добра» при грантовой поддержке движения первых. Эксперты встречаются со школьниками, рассказывают о том, как писать сценарий, как устроена киноиндустрия. А главное, у каждого школьника есть возможность самому написать сценарий, который ляжет в основу фильма. Участие в конкурсе предоставлено для всех детей Алтайского края, города Барнаула, даже Российской Федерации, в возрасте от 7 до 17 лет. Основной критерий – это именно возраст. Вот. А такие встречи мы планируем проводить и в других школах. Это сценарное мастерство, актерское мастерство и звукорежиссура. Вот сегодня было 3 мастер-класса, именно посвященные этим тематикам. Один из спикеров-преподавателей проекта – Павел Гудимов, выпускник ВГИКа. Недавно Павел вернулся в родной город, будет снимать кино в Сибири. Кстати, фильм сценариста, который победит в конкурсе, без зрителей точно не останется. Показ планируется в местных кинотеатрах. Идей интересных много, но будем все-таки смотреть на актуальность, на то, чтобы идея входила в хронометраж фильма. Это 12-25 минут. Также, чтобы идею было не так сложно осуществить и не опасно осуществить, если там где-то у воды или на какой-то вершине горы. Ждем, скажем так, ту ключевую историю, яркую. Для молодых ребят, интересующихся кино, это послужит возможностью показать себя, развить имеющиеся уже у них знания и поучаствовать в большом проекте, возможно, в самом первом решающем проекте в их жизни. Работу можно отправлять до 15 октября. Все подробности юные сценаристы могут найти в соцсетях центра «Дорога добра». Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.